среду, 25 августа, трехэтажное жилое здание обрушилось в испанском муниципалитете Пенискала. Под завалами есть люди, сообщила газета «Ель Периодика». По информации местной полиции, под завалами пропали без вести минимум 3 человека. Один из них мог остаться в живых. Он отвечал на оклики службы спасения. Местонахождение одного из них уже установили, однако вызволить его пока не получается. Еще 2 людей пытаются найти предварительно, это женщина и ее сын. Отмечается, что в ходе обрушения были повреждены также соседние дома. В связи с этим из них эвакуируют около 30 жильцов. Сейчас на место происшествия переброшены 6 пожарных бригад и персонал аварийно-спасательных подразделений, кинологический отряд. Причина происшествия пока неизвестна. Дом построен недавно, версию взрыва исключили. Одной из вероятных причин считают проливные дожди. На место происшествия были отправлены инженеры-строители из городского совета Пенисколы, чтобы проанализировать ситуацию и определить, существует ли риск обрушения остальной части здания.